Ученик 8 класса распылил перцовый баллончик в лицо учительницы. Инцидент произошел в 22-й школе. Видео конфликта опубликовали в соцсети. На нем преподаватель снимала поведение ученика на телефон, а он в ответ распылил ей в лицо газовый баллончик. Убей меня, давай, чуть-чуть. Убей меня, пожалуйста, залежь меня. Давай. Учительница получила ожог слизистой оболочки глаз и на данный момент лечится дома. Поліція одразу приїхала до закладу освіти. Директорка повідомила про даний випадок, запросила одразу правоохоронців. Вона повинна була це зробити. Сьогодні ми надаємо інформацію до служби у справах дітей і будемо розбиратися, що ж стало причиною такої поведінки дитини. Звичайно, це дуже прикра ситуація. Пані Тетяну знаю багато років, сама працювала в цій школі. Це дуже досвідчений вчитель і хороший вчитель математики. В соцсетях обнародовали много версий происшествия. Одни говорят, что ученик вел себя некорректно, другие, что его спровоцировала преподаватель, вспомнив о его недавно умершей матери. Говорят, что у парня где-то с месяц назад умерла мама. Официального мы такого не знаем. Мы сегодня только узнали об этом. Как этот парень, ну вот, когда он учился, как он все, он обычно спокойно, неспокойно, вот как сказать? Были разные моменты. Полиция действия школьника квалифицировали как хулиганство. В обстоятельствах происшествия будет разбираться спецкомиссия.